Всем привет, с вами Марк и... Супер Немезида по имени Джон Сина! Это нелогично. Ну, в общем, мы играем на блокбате на Hive MC, короче. А где? Ой, вообще сложно. Сложно. Я умер. Конечно. Я надеюсь, серия запишется в 720p хотя бы. Потому что у меня всегда было ужасное качество видео. Просто у кого-то 4К монитор. Не, это OBS просто. Ну вот реально хотел бы себе 4К монитор. В OBS-ом просто долго надо настраивать, чтобы нормально качество. А мне еще для стримов надо отдельно меньше ставить качество. Мне неохота это все. Спорим я буду, хватит. Это же ГГ. Итак, и парень уже будет белый. Ну почти. А тут, подожди, кстати, можно... Это не тот! Это был не тот! А я выжил, кстати. Чтоб ты пукнул. Угу. А, это ГГВП, Тимараков сейчас. Желтый. Желтый, блин. Вообще сложно. Даже никто не слился. Ну, потом на другую это мини-игру пойдем. Не, ну давай хотя бы 3 раза сыграем, ну, на серию, на запись. Это надо? Потом на другие мини-игры пойдем. Ну да, можно. Знаешь, это ты ходишь, реально ржаченко Планктон. Я реально поставлю со Спанч Боба. Да Патрик, он смешнее. Он такой угарный, еще говорит. Сколько я помню. Никто не слился вроде. Да, никто не слился. А вот это будет уже посложнее. Даже не может. Я солью сейчас. Все, я слился. Да. Давай, в хаб. Ты в хабе? Нет. Давай, какой? Так, сейчас. БП 4. Так, ладно, я ставлю на паузу и вернемся, когда начнется. Так, все, мы вернулись. Ну, сейчас у нас начнется игра. Я уже разобрался, когда 60 FPS поставить в бандикаме. Я не знаю, как эта серия вообще запишется. Потому что вначале было 30 FPS. Я, ну, там стоял в бандикаме. Я просто не знал. А теперь 60 FPS, я не знаю. Ну, я чуть не слился, слышь. Лалка. Ты слился? Нет! Это как? Дальтоники, понятно. Да я сам чуть не слился. Смотри, они сейчас сольются. Чувак сольется. Да, он слился. Волк. Дальтоник. Четверо даже слились. Как так? Ну да. Это нереально, они реально. Кто-то слил. Один чувак. Волк. Даже трое. Как можно так сливаться? Ну, это на центре прям, на миду. Сейчас кто-то... Посмотрим, сейчас кто-то сольется. Да. Чувак просто китаец, он просто взял и бегал по полю. Так. Это где? А, вот. Это в говне. Ну, это ГГ. Давай, что у нас? Пожалуйста. Ну, это тоже ГГ. Представь, сейчас кто-нибудь сольется, и это буду я. Кто-то Ой, я что-то взял. А почему я не могу взять какие-то бонусы или что-то? Она надо его разрушить. Я тут на него просто кликаю. Правой кнопкой мыши, я думаю, что произойдет. Та-та-ра-тан. Та-та-ра-тан. Чо-чо-ра-тан. Чуть за дождь сейчас был. Да вот. Ну это ГГВП. ГГГ. Говне. Смешно. Хорошо, что сольемся. Да, мы сольемся. А чё? А я ничего. Как сложно. А ты где? О, я сломал. Да. Спасибо я был. За подсказку. Вообще-то нет, в чат посмотри, умник. Говнюк. Как сложно, сложно, сложно. А так, кстати, реально, что? О, это вообще нереально. Ой, импасибл. Impossible квиз, блин. Geometry Dash. Это нереально. Мы слились. Что, даже никто выжил? Читы. У него читы, слышь, банму. Читы, хаб, репорт. Как он... Это читы. Подожди, это скин Антодо, да? На БП-2, на БП-2 заходи. БП-2. Я еще не вышел. Мне не выходит. У чувака, мне показалось, там скин Антодо, да? БП-2. Я не вышел еще, меня не выкинуло. Вот все, БП-2. Короче, опять уходим на паузу. Так, все, мы вернулись. Все, мы вернулись. Ну, я понял тебя. Я тебя, короче, понял. Я тебя понял, все. Мы уже начали. Угу.
Ой, вообще нереально. Я еще не успею, я не успею. Опять этот чувак. Ну, чувак, а девка, точнее. Зомби, огромный зомби. Че, давай эту катку еще потом, а? А? 4 катки. А ты где? А, вот. Вообще сложно. Вообще! По-моему, еще никто не слился, да? А, слились. Как? Не, по-моему, это будет легко. Ну да, в принципе, я и говорил, что это будет легко. Фу, ты кидала во мусорный меду. Я Злогор, блин. Ты тупал. Злогор. Хотя бы тебя там баба пнула. Злогор, блин. Я нашел. Это этот? Ой, да, это я. Ничего, слилось. Предостаточно человек. 11 тан... Как их? Это на здесь тот блок, да. 11 ты... игроков у нас пока что. Раунд номер 6 у нас сейчас. Но мы тащим. Ну, это тоже легко, в принципе. Sky. No Man's Sky, что? Кстати, ждите на нашем канале No Man's Sky прохождение в скором времени. Да оно выйдет. Такой спойлер. Да ведь? Что? Она же в июне выйдет. Еще на несколько месяцев. А, в июне же еще выйдет. Это Mirror's Edge. Каталист. Я успел! Я видел. Я чуть не обосрался. Так, а это где? Это где? Никто сейчас не сольется. Да, никто не сольется. Нас 11, понимаешь? Даже никто сейчас не сливается. Нас 11. Как гады. Ой, как сложно-то. О, блин, это так... Hardcore, impossible. Да когда кто-нибудь сольется? Это нереально. Чтобы эти слились, эти сраные дальтоники. Да потому что посложнее бы что-нибудь дали, а? Ну, чтобы мы выиграли. Ну, пусть сразу видно. О, тебе будет посложнее. Что посложнее будет? Не. Сейчас Вообще не со... Йоу. Дальтоник. Вообще-то я не... это чит. Я смотри, как я играю. Давай. Оп. Ну это так. ГГ, вас четверо. 5 человека, 4 человека. Ну, 5 читай меня. Так. Я не знаю, где это было. Все, давай, последнюю каточку. И всем до свидания, пойдем говорить с мой, который тебе БП-8. Короче, все, мы опять вернемся. Так, все, мы вернулись. Последняя каточка у нас. На турнире, то есть это турнир, получит победитель миллион долларов. Это мы типа танцоры же, типа мы здесь. Ну, по идее, как здесь написано. Нас 20, идея. Так что... Это че... невозможно. Это невозможно. Ты слышишь? Я слышал, я слился. Конечно. Я тебе прям так поверил. Это нереально. Придурок. Дальтоник просто кто-то. Кто-то сейчас сольется. Как можно? Как? Объясни, как можно было перепутать? Хотя сам Не-не-не, вот просто некоторые цвета, по-моему, нереально перепутать. Стой! Нет, я успел. Сейчас кто-то сольется. Нет. Вон что баба бегает. 17 человек у нас. То где? Это невозможно. Я сейчас сольюсь. Там, смотри, там парень-одиночка, его все бросили. А чё никто не сливается? Плагиат! Тут скин плагиат, слышишь? Это Стампи, вон. Или как он? У него 7 или 6 миллионов подписчиков. Вон, это его скин. Этот чувак. Какой у него парень? Кот, видишь вот этот? Digital что-то там. Вот видишь этого кота желтого? Желтого кота, видишь? Это Стампи, у него 6, по-моему, больше 6 миллионов. Он, короче, плагиат, видишь, плагиатик. Бабан ему за кражу. Чувак, видно, его фанат, блин. Кстати, прикольный чувак. Он... это нереально. Это вообще нереально. Что? Это читы были. У Китти Кэт читы. Чтобы она подохла. Ты видел? Он просто да? подлетел. Да? Вот прошлась. Ну? Тихо-тихо. Она слилась. Что? Не понимаю, она, наверное, не успела флэй включить. Скажи, как мы выиграли? У нас 7 осталось, там сразу много упало, как? Так, ну ничего, не бойся. Кто-то написал Бубе. Буба, только Бубе. Ой, это нереально, мы все сольемся, короче, хорошо. Никто даже не сольёт. Оо, реально уже жестко. Да не, это вообще изи. Вон, я вижу зрителей. И на нас никто не смотрит, нас пятеро. Пятеро. А представь, мы вдвоем с тобой останемся? Не.
мы не успеем. Я успел! Я успел. Я думал, ты наоборот упал. Нас четверо. Все, давай, тихо-тихо. Готовимся. У нас мало времени. Ну, ой, этого. Ой, как сложно. Тихо, сейчас кто-то сольется. Не. Реально, напряжуха такая еще. Тихо-тихо, вот сейчас тут вообще жестоко сейчас будет. А, ну это ГГ. Лёша, да, все. Да! Трое нас. Трое. Чё, когда что-то напряжение, напряжение. Я успею. Все, я успел. Я прыжок не прожался. Просто прыжок отказался. Я проиграю. Да. Нет! Я выжил! Я затащил. ГГ, ГГ. Вообще на изичах. О, я могу здесь этот. А почему он не берется? Ну ладно. Просто ГГ. Напоследок серии, ребят, так затащить. Давай еще одну. Че еще? Реально? Серьезно? Давай. Не, ну можно, в принципе. Давай еще одну катку. БП-5 и как можно быстрее. Ну а мы ставим опять же на паузу. Все, мы вернулись, но это уже последняя катка, потому что видео. Это писали видео... то, что наш заметили. Да, вон. Давай, ты, типа у нас, я напоминаю, что у нас с ними Зидой, как бы, ну, почти одинаковые скины. Ой, не скины, а ники. Я не успею. Фух, я успел. Ничего, слилось. 15 нас уже. Короче, у нас так получилось, что Немезид играет на моем старом аккаунте, который я купил. И он пока что не может сменить ник, из-за этого мы 2 Мега Маргеймса. Ну, это уже говорил, но кто не знает, я не смотрел. Алло. На том аккаунте, на котором играл это Кирич! Этот аккаунт ему подарил Зейч. Аккаунт подарил ему Кирич, блин. Зейч. Еще скажи, что Зейч это Кирич. А тебе такого не может быть. Я успел. Джон Сина, блин. Давай ты в этот раз затащишь. Я попробую. Только давай быстро, и у тебя немного шипит. Ну, не вырубай, ладно, я потерплю. Фу, я чуть не упал. Че, серьезно? Да, я так после края бежал, чуть не упал. Во-во, господи. Оп! Вот тут рисковать не буду. На чем прикол? Дура! Ты видел, да? Она просто шагнула назад. Я не успею. Все, я не успел. Я успел! Я успел! Я просто на краю... Это просто читы, я тебе отвечаю. Спасибо, что бонусы дал. Я успел! Да, фух, я успел. Чувак, спасибо мне, это я активировал этот бонус. Все, 7 на 7. Это уже реально хардкор. Это крипер, кстати. Вот это лицо. Это типа крипер. На семеро, давай, тащим. Сейчас я боюсь! Сейчас они очень быстро будут исчезать. Почему тысячный левел? Сейчас кто-то умрет. А, нет. А я думал, там... Одиночка Марк. Его все бросили. Ну, это вообще изи. Ну, здесь даже никто не сольется, кроме меня. Нет, я не слился. Ну, это вообще ГГ. Представь, ты... там кто-то слился, лол. Нас шестеро. Активируй бонус! Да я активировал сам, мне он вообще не нужен как-то. Кто целится, нет? Нет. Давай тащим, тащим, тихо, вот здесь очень быстро надо бежать. Ой, как сложно. Очень быстро, очень быстро! Призови ты бы еще сейчас упа. Кто целился? 5 человек. Ой, как сложно-то. Кто-то сейчас сольется? Нет. На жвачку похож. А, как затащить, мы долго тащим. По-моему, самая долгая катка пока что у нас. Сейчас кто-то сольется. Да, один чувак не допрыгнул. Магента. Четверо. У нас четверо, все, давай, тащим. Давай. Ну, это вообще сложно. Ой, сложно. Да, это так, очень сложно. Подожди, не активируйся! Активировал. Идиоты. Это, что? Мы все слились. А, мы победители. Мы 4 победителя. О, затащили. Ну? Тут, оказывается, можно, там, когда мы одни все сливаемся. Мы одновременно прыгнули, и это ничья далась. Че там писали? Wow, four winner. Да ты что? Ну, все, с вами был Марк Немезида. Всем до свидания. Пока.